Всем привет! С вами StoneCrush, и это Mortal Kombat Arcade Collection. Ну или Mortal Kombat 1 будем сейчас проходить. Так, сложность very hard. Ну, в общем, будем мучиться. Не знаю, сколько будем мучиться, конечно. Играю я в окне, к сожалению. Игра не поддерживает разрешение 1080. Фейстрим идет в 1080, игра не поддерживает 1080. Привет. Я могу, конечно, и без чата играть. Но тут проблема в том, что игра была заказана. Привет. Сейчас будем мучиться, блин. Игра была заказана. Так что будем проходить, пытаться. Давайте в окне играть будем. А, погодите-ка. Стандарт стоит, да? Сделаем стретч. А чё, где стретч-то? Так, погодите. А почему я уже стрейч ставлю? Игра. Во. Должно сейчас. Во. Нормально. Все, теперь нормально. Ну конечно автоматы, а что еще? Все. Так, идем по первому. По порядку, короче, идем. Вот так будем по порядку идти. Джонни Кейдж. Ну, сейчас будем мучиться. Да, первый будет Джонни Кейдж. И вот последний. Оу. 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 Тут проблема еще есть в чем. Он не умеет прыжок делать в сторону. Как в третьей части, к примеру. Первый будет. Неизвестно, сколько еще будет. Первый Джонни Кейдж. Да, Скорпион. Блин, ты издеваешься? Я управление ничего не знаю. Но я управление смотреть не буду. Сразу говорю. Блин, так проигрыш. Very hard. Он very hard есть. Так, надо еще... Надо как-то вот размяться, что ли. Так, блин, да какой get over here, да, блин, неудобно, когда вот это вот прыжок не делается в сторону. Ах ты гад, блин, даже один раз выиграть не могу. Да блин. Надо вырабатывать тактику. Это жопа. Ладно, я стараюсь. Привет, Алекс. Это будет жестко, я сразу говорю. Это первый Mortal Kombat. Да блин. Это вам не Dead or Alive 6. Оу. И не Ultimate. Ultimate, конечно, это по сравнению с этим.
Намного проще. Да жесть. Блин. У Скорпиона одно. Что именно одно? Так, погодите-ка, я чат. Одно фаталити. У них у всех одно фаталити, по идее-то. Так, погодите. Чат немного, блин, не видно из-за виндоусовской фигни. Так, тут стоит фаталити есть. Но, блин, выиграть тяжело, понимаешь? Ты даешь, тебе даже Скорпион сделал. Ну попробуй сам, если ты такой умный. Скорпион меня делает легко, я знаю. Так просто тяжело. Так. Это самый первый Mortal Kombat. Здесь все проблемно. Проблемно в плане сложности. Вау. Фаталити. Мне просто надо тактику выработать. Оу. Блин. Ай. Так, иди сюда. Да не так. Блин, тактика не работает, блин. Так, микрофон. Где он там микрофон? Куда он скатился? Погодите-ка, микрофон куда скатился? Так, погодите-ка. Микрофон там куда-то скатился вообще, в какую-то непонятную ерунду. Ой, да. Цел хоть? Цел. Извиняюсь за такие вот... за такую ерунду, как микрофон, но... его тоже надо правильно цепить. Ладно, продолжаем. Продолжаем мучение. Блин. Я в отличие... я играю на Very Hard, если что. Да блин. Это жесть. Да тут все сложные будут. Проблема в Джонни Кейджи, что он не умеет делать удары ногой назад. Да блин. Эх, на бабок ставить. Ты издеваешься. Оу. Там не Mortal Kombat 4. Very hard, блин. Combat Cast отменили, блин. Да блин. Я не знаю, что делать этим долбаным Джонни Кейджем. Тут реально какой-то... И я. Да блин. Mortal Kombat это такой тактический файтинг, что просто тяжело выработать тактику. Тут нет никаких комбо и прочего. Но говорить, что это плохой файтинг, нельзя, конечно. Ну, по крайней мере, я так считаю. И говорить, что это как Street Fighter, тоже нельзя. Да блин. Где-то врхи. Блин, что бы выработать? Какую тактику? Алекс мне... Алекс разве не друг? Мы просто общаемся.
О, ничего себе. Графика ванильная? Да графика, блин, старая. Блин. Вот гад. Эх. А так было близко. Ну, близко апрель. Да, и победа была близко. Так. Я не знаю, как у него приемы делают у Джонни Кейджа. Будем без приемов играть, как играли в старые времена. Никаких приемов не делаем, сразу говорю. Или делаем, но мы не знаем, как их делать. Пробуем просто кнопки. Так, это я случайно сделал. Блин. Фаталити не делает нифига. Уродец. Тут даже не думай фаталити. Ну можно посмотреть фаталити, конечно. Ну, мне сказали, играй на Very Hard. Я играю на Very Hard. Так, фаталити. Три раза вперед, хп вплотную. Это вот это, да? Я. Кто вам как нравится? Сейчас спросят, блин. Ладно, вы там разговариваете, я пока попытаюсь тактику выработать. Да блин. Блин, вплотную прям сделал гарпун, обалдел совсем. Уже который раз туда отправляют. Да, нормально начало, да, Джонни Кейджа? Не правда ли? Мы играем на самой высокой сложности. Аркадную версию. Это вообще без шансов. Конечно. В МК не играл? Обалдеть. Я думал, все играли в МК. Так. Первая победа. Ой, Соня, блин. Вниз-вверх. Что там вниз-вверх? Надо ловить их на вот эти вот. На снаряды на их не ловить надо. А как... И пытаться их не прыгать. Ну вот так вот ловить. Оу. Да ты. Да блин. Так.
Да какого? Почему она перкотом не сбилась? Ладно, Соня. Дубль 2. Блин. Соня wins. Так, ладно. Тактику надо выработать. Еще раз давай так. Да не так. Блин. Да. Блин, когда надо, она не делает эту штуку. Есть. Нормально. Фух. Блин. Ай. Эффектная тактика, в принципе. Ай. Блин. Блин. Эх. Немножко не дошла нога. Так бы выиграл. Блин. Так, а вот это уже мне не нравится. Блин, вплотную, блин. Да, блин. Чёрт. Ох ты, блин. Оу. Ну почти, я знаю. Сейчас вот почти не получается. О, сейчас получилось почему-то. Апперкот получил, да получился сейчас. Тогда не получался. Вот жопа. Ну по мне на самом деле не так уж и не неудобно играть. Я привык уже. Просто игра на 1080 не развертывается. А на 720. Блин. Джонни Кейдж wins. Вот здесь надо выиграть две чистые победы, чтобы рептилия появился. Две чистые победы, вы вдумайтесь в это. Блин, да хватит спамить. Блин. Ой, как ты попотеешь, сколько нервов то уйдет. Я согласен. Я знал, на что иду. Так. Есть. Победа. Заб-Зиро. Так, ну Заб-Зиро можно ловить на заморозку. Серьезно?
Это смешно было. Оу. А сейчас повысили кторифик там. Так. Спасибо. О, а это как? А что делать-то надо было? Время вышло. А что надо было делать? Ой, Лю Канг. Оу. Ты серьезно? Вот что мне не молодец, я не понял, что надо делать было. Я забыл просто. О! Так, на огне его не поймаешь, да? Вот гад. Лю Канг! Да я быстро нажимал! Я нажимал быстро. Там же надо за вот эту вот, за черту было дожать. Блин, Mirror Match еще. Лю Канг! Давай своим огнем спайм. Ты издеваешься? Нет, это не на время. Блин, вау, вот это комбо. Вот это комбо комп проделал. Вот гад, а. Что радует, тут очень быстрые бои. Лю Кэн, блин. Утя. А. Да. В сухую, блин. Меня завалил он. Это вообще, это позор. Да, да иди ты. Конечно. Да конечно. Вот сейчас, блядь, меня подгорит. Сейчас опять меня подгорит, конечно. Лю Кэн офигел, конечно офигел. Да ты... Лю Кэн, какого фига? Обалдеть. Лю Кэн, блин. Да. Я так же умею. Вот здесь у нас реально проблемы начнутся. Заб-Зиро вообще проблем не составил, а вот Лю Кэн, блин. Лю Кэн, это конечно. Да. Да. Мда. Мда. То ты. Ну это вообще просто. Это просто я не знаю, как это назвать. Это реально профи игрок. Блин. Оу. Блин. Да как он такие комбо-то делает, алё? Да, хорошее начало, хорошее. О, да! Обалденно просто.
Он фаталити сделал. Это же фаталити вроде вот такое. Да. Как Лю Кана побеждать вообще, я не понимаю. Блок тут бесполезен. Да. Он делает сначала одно, потом другое сразу же. Да, вот это точно выматывание, блин. Вот такой опыт на аркаде очень сложный. Ё-моё. Но зато людям нравится, как я на горю. Оу-оу. Да. Обалденно. Перепрыгнул огонь, нарвался на ногу. Класс. Компьютер просто читает все. У тебя Заптира был вообще туп. До ужаса. Уснуть недолго. Да нет. Это very hard, конечно. Это сложно. Нет, спать мне от этого не хочется. Оу. Достал, согласен. Да. Вот тут надо, блин, как-то с огнями манипулировать. Да не так только. Блин. Ну ты вообще издеваешься, что ли? Тот, кто смотрит, а он по-другому. Да я понимаю. Хотя людям, наоборот, по-моему, нравится, когда другие страдают. Я это уже не раз слышал. Давай страдай, говорят. О. Я, конечно, хорошо его подловил. Да как? Давайте, не знаю, час поиграем. Блин, час будем вот так мучиться, а потом... О, ничего себе, прикот попал. Ну, конечно, он сделает переброс, а как по-другому? Правильно, нечего в боке сидеть. Блин, я хотел апперкот сделать. Ну, конечно. Два раунда подряд надо как-то выиграть. Манипулирует с огнем без стока. Ага, страдай, комби. Тут нет комп. А, бомби, а не комби.
wins. Ладно. Так. Как бы... Да блин. Оу. Ну, very hard is very hard. Здесь very hard это не такой very hard, как в других играх. Это, блин, не very hard, это Rway 6 или где там? Soul Calibur 6. Блин. Ладно. Тренай, бомби, просаживай конты. Блин. Блин. В принципе, он делает одно и то же. Да я не успел. О. Блин. Я вроде бы понимаю, как с ним драться, но почему-то вот не получается. Да. Ну, конечно. Блин. Ну, конечно, он сделает это. Да. О, блин. Продай, бомби. Мне тяжело вывести себя. Моя-то понимает, руки не доходят, ну да. Да блин. Как бы вот, что сделать надо как надо, да? Выработать тактику, выработать. Не такую. Только не такую тактику. Он на огонь-то ловиться будет. Давайте еще раз про блок посмотрим. Так, вот так вот. Да блин! Да как не получилось-то? Вот так вот типа надо. Получать мало урон, но зато это... Блин. Что, не получается апперкот сделать сразу? Да. Блин.
Бесконечный круг кругов звеньи младенца. Сейчас сделаем. Да. Да как? Да блин. Да. Блин. Как против него действовать-то? Блин, да чего не получается-то? Блин. Блин. Так это только один раунд, блин, почти. Да, да почему, почему мне не получается апперкот сделать после вот этой штуки? То получается, то не получается. Что за ерунда? Блин, 4 апперкота и все, ему конец. Да блин. Он не хочет делать эту штуку, да? Ну конечно он не сделает. От гадюка. Да блин. Одни броски. Да. Да как? Блин, я... Да, привет, Андрей. Кто пришел поугарать надо мной? Да, это что сейчас было? Оу, да блин. Не знаю, как отбивать кого-то. Ну да. А это любят многие смотреть. Оу. Давай, давай свою фигню. Да, блин. Чё Лю Кэн такой жёсткий, а? Ай, блин, Лю Кэн, ты не издеваешься надо мной, а? Да, блин, не то. Не ту кнопку нажал. Да ты серьезно? Да как так? Ой, блин. Вот это жесть. Да.
сном пройду этого Люкана. Главное тактику выработать, все. Да ты достался за ими. Да ты гад. Блин. Надо как-то по-другому, по-моему, да? Почему он такой жесткий? Ты видел, какие у него мышцы? Ну, у Джонни Кейджа тоже мышцы нормальные. Блин. Блин, почти. Есть. Правда, только один раунд. Блин. Блин. Эх. Блин. Ну это жесть. Да блин. Блин. Да блин. Да гад. 2-1. Я пытался. Да ты, конечно же, подойдешь, а? Засранец. Блин. Ну сейчас хотя бы порезче как-то изведу себя, да? Блин. Серьезно? Да ты... Блин. Я бы, конечно, бы его так ловил на огонь, но, блин. У него еще прием есть один. И этот прием... Ну, конечно. Блин. Оу. Да блин. Ну уже более-менее, да, согласен. Но все-таки обидно. Да блин. Надо учиться перебивать его атаки. Блин, уже час 13. Ну, деть. Да! Да как? Блин. Так. Давай. Да, да как? Давай еще раз. Блин. Оу. Блин. Раз на сотый точно пройдешь. Ну, попытаюсь.
Блин. На комбо сделал. Туродец. Да блин, ну когда не надо сделал, а? Когда я отпрыгнул. Он все мой, все мои удары читает, реально. Блин. Johnny Cage. Fight. Блин. Блин. Да, надо было оберкот делать. Постепенно привыкаешь, и с каждым разом все лучше и лучше. Да. Да как так? Это было, конечно, странно сейчас. Поведение. Да, я не успеваю перкот сделать. Он слишком медленный. Блин. Да, блин. Оу. Да. Да. Ах ты, блин. Ой, не соблазняет в кулак. Let's go. Да я не расслабляюсь. Я стараюсь его ловить. Блин. Давай, делай. Молодец. Так, один раунд есть. Да. Блин. Блин. Ах, 1-1. Ох ты гад, а. Блин, эх. Лу Кэнг wins. Гад, а. Слушайте, а может быть вот так вот сделать? Погодите, сейчас. Вот, разворотом удар есть. Ну, неплохо, в принципе, но... Мне кажется, перкот лучше будет. Тут с разворотом удар все-таки... Не отлетаешь от него. Ну, блин, перкот может не попасть. Да, блин. Блин, сколько же надо пытаться-то, а? Сколько я буду мучиться с другими интересными соперниками?
Да, да блин. Да. Ну, ё-моё, а. Блин. Да. Да, гад, а. Один раз-то еще можно выиграть, вот два раза. Это уже реально сложно. Да. Да, опять. Да, блин. Да как так, а? Джонни Кейдж. Джонни Кейдж, блин. Да уж. Половина, то не половина, вообще непонятно как. Блин, бросок. Ну конечно, комбо это сделает. Блин, блин, почти. Мог бы выиграть этот раунд, реально. Да. Блин. Блин. Да ты... Да как так? Блин, что за фигня? Что-то жопа какая-то. Джонни Кейдж выиграет. Сейчас где получается. Да. О.
Да блин. 5-2-1. Уже все лучше и лучше, да. Согласен. Да ты издеваешься. Да блин, в угол зажал все. Да блин. Ох ты, ничего себе получилось, чё? Оу. Да. Ну конечно. Пробил мне блок. Жестко, жестко, согласен. Блин. Это же, конечно. Блин. Блин. Блин, да как так? Так. Да. Лу Кэнг wins. Блин. Да. Блин. Да черт. Опять 2-1. Видите, 2-1, 2-1. Вот скоро победа будет. Оу-оу-оу-оу-оу. Блин. Блин, я тут блок забыл поставить. А может быть он не пробил его уже. Да. Блин, сейчас не успел, реально. Блин, Very Hard это жесть какая-то. Надо было на медиуме играть. Не готов я к такому. Блин. Да. Да, блин. Один удар остался.
Есть. Блин, а фаталити не сделал. Почему-то не сделалось фаталити. О, Рейден, наконец-то. Иди завалей. Бархудар. Спасибо. Ну это жесть, конечно, была. Бархудар, теперь иди заболей. Блин, почти. Спасибо. Иди заболей. Иди заболей, Али Дрейга. Ого, он еще и фаталити сделал. Красавец, чё. Блин, сейчас. Вот это жопа, конечно, будет сейчас. Иди заболей. Иди заболей. Иди сам болей. Да иди заболей. Как же меня смешит это я? Иди заболей. Да ты издеваешься. Эй-ри-ри-га, иди заболей. Вот с ним будет повеселее драться. У него крики веселые. Блин, не знаю, сколько у меня времени займет таркада. Но я думаю, много. Ебаный спамер. Блин. Ох, что это рейд. Он только стреляется и вот этой штукой. Ну как у Люкана почти приемы. Блин. Ну еще. Апперкоты делает тоже. Ладно. Ну с Рейденом в принципе такая же тактика. Вот Саб-Зиро, блин. Была вообще тактика простая. Иди в другое место, болей. Да, блин. Больной, а? Да, блин. Ого, я его ногой как-то выбил. Блин, а сейчас опять это... Сейчас опять я полечу, да? Блин, сколько же надо времени, чтобы выиграть, а? Блин, у него, кстати, быстрее, чем у Люкана эти выстрелы. Ну или как принято говорить в английском, проджектайлы. Да болей, блин.
Да блин. А чё он телепортами не пользуется? Ну ладно. Ох, ё-моё. Абсолютно бесполезный удар, блин. Прям к нему в объятия прыгнул. Ну классно. А как-то его раздергать на эти... Ну блин, надо успеть еще прыгнуть. Они у него слишком быстрые эти. Он еще и комбо делает, блин. Что-то один раз даже его выбить не могу. Там еще Кена будет, блин. Еще и Джонни Кейдж. Иди заболей. Иди сам болей. Вот, иди болей. Блин. Эх. Не хочет он болеть. Кстати, вот эту штуку, кстати, можно перебивать. Блин. Сколько мы Люка навалили? Почти час, что ли? Не знаю, сколько мы его валили, ладно. Да блин, прям к нему прыгнул. Вот гадюка, блин. Как же сложно это, а? Да блин, ну серьезно, мне прикол там не взять, никак не взять вообще. Хотя можно было под ножкой попробовать, но блин, мне кажется, она потом перебилась. Победа только. Блин. Да иди сам болей. Блин. 1-1. Захват сделал. Блин. Да, блин. Да. Да уж. Ну, близко было. Блин.
Блин, захват сделал. И это успел штуку еще сделать. Блин. Оу. Как же исполнять надо, а? Блин. Исполнять реально надо. Там ты танцевать, блин. Я бок ставлю, он делает молнию. Когда я бок не ставлю, он не делает молнию. Обалденно. Вот сейчас он молнию сделал. Другие прием бесполезно использовать, реально. Нет. А как его использовать-то? Как стрелять-то? Я реально не знаю, как стрелять. Ну, это прям бесполезно, абсолютно. Он перебивается просто, и все. Теневой удар этот. Делает то же самое. Блин, я успеваю. Да блин. Да ё-моё. Ё-моё, блин, а. Блин, жестко. Я буду еще пытаться. Так. Блин. Yeah.
Блин. Как же жестко, вы не представляете. Да. Блин. Рихард, блин. Да. Да ты иди заболей сам, блин. Сухую, блин. Коленкой ударил. Блин. Блин. Ну, у него, конечно, блин, так как у Люкана не получится сделать. Блин. 2-1. Ну давайте еще раз. Так, плохо. Да блин. 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 Ах ты гад. Блин, методик, конечно, есть. Ну вот я, блин, сделать бы эту методику. Да блин, перепрыгнул. Оу.
Блин. Вот это жель, да? О! Ага, конечно. Блин. Он даже это успел сделать. Так медленно подошел, главное. Так, короче, надо прыгать, отпрыгивать назад с ногой. Вот так вот. Ага. Вот тактика не сработала. Да. Ладно, вот такая тактика. Блин. 1-1. Ну конечно. Блин. Ну у тебя вторая тактика вообще никак не сработает. Ну конечно. Вот зайца я его поджидаю. Это похитрее быть. Ну конечно. Блин. Ой, блин. Жесть, сколько времени тратится на это, а? Иди заболей, блин. Я не представляю, сколько у меня времени уйдет. Реально сложно. Выматывает. Наверное, убавлять я не смогу на варихарде пройти. Это реально жестко. Давайте еще пару раз и способность понижаем. Сложно. Да ты серьезно?
Проходить варихард или понизить сложность? Попробовать на, по сложности пониже пройти. Не знаю, сколько у меня времени на это уйдет, но много, я точно знаю. Блин. Я хотя бы попытался. Как-нибудь потом попробую еще раз. Но это не ультиматум Mortal Kombat на варихарде, реально. Ультиматум Mortal Kombat на варихарде я прошел. Блин. Ты издеваешься. Сколько можно? Возможно, есть какие-то тактики против них, я понимаю. Такой, да, тактики, блин. Ну конечно. Блин. Ладно, еще немного и я меняю сложность. Потому что, ну это реально сложно. Я не говорю, что это непроходимо, это проходимо, но... Серьезно? Клавы с Виктори? Обалдеть. Да блин. Да блин, а сейчас вообще нифига не получается. Ну серьезно. Блин, один раунд выиграл так легко. А вот второй фиг, наверное, да? Да блин. Да блин. Есть. Блин, не успел фаталити сделать. Обалдеть, хотел только на другой софт перейти. Ооо, эндуранс там, блин, будет, ё-моё. Блин, Кэно. Что-то жестко будет, по-моему. О, блин. Блин, эндуранс матч это жесть какая-то, по-моему, будет. Thank you.
Блин. Блин, нас кинул. Блин, я хотел перкот сделать. Не получилось. Эх. Johnny Cage. Так, один раунд. Блин. Оу. Есть. Ой, не то сделал. Ладно. Как скоро справились. А, вот что надо было сделать. Боковую кнопку, бок надо было нажать. Так. Зеркальный матч. Джонни, мать его, Кейдж. Блин. Это его Джонни Кейдж выиграл. Ах ты гад. Блин. Да вот гад, а. Эх. Блин, выносливость, мать. Блин, там Заб-Зир. Ну, Заб-Зир ладно. Заб-Зир еще не страшно. А вот Соня... Будет страшно. А чё, блин? Блин, Джонни Кейдж, ну ты совсем что ли? Блин. Зеркальный матч, конечно. Блин. Блин, вот урода. Fight!
Оу. Да, блин. Два эндуранс матча, блин. Кейджи. Так. Есть. Так, одна победа. Блин, 1-1. Че за кисть такой жесткий? Блин. Я думал, это получится. Да как так? Блин. Да блин. Блин, не получилось опять. Ну ладно, 3 эндуранса, обалдеть. Кейна не могу удалить. Что же говорить про... Там еще бумрейдом, да, будет? Эндуранс, блин. Да выносливый.
А, вон как можно. Кстати, так прикольнее. Блин, иди заболей опять. Блин. Блин, два надо завалить, обалдеть. Эндуранс-то жесть какая-то. Вы уж извините, но... Это не отбивается, что ли, ногой? Только так. Блин, как двоих-то я завалю? Я реально не смогу двоих завалить. Я не смогу. Я реально говорю. Блин. Давайте не будем. Давайте выходим из игры. Нет, эндуранс я не буду. Давайте на медиум пройдем, попробуем. Так, ставим медиум, короче. Ну или нормал. Я подустал. Посмотрим, как оно на нормале будет проходиться. Опять три эндуранса, ну обалденно просто. Forever, блин, просто. Sub-Zero. Оу. А чё он заморозку не делает? Блин, когда он заморозку делал, было проще наоборот. А, ну они тут не блочат особо, да? Ну-ка давайте на видео посмотрим, как оно. Мне кажется, наоборот, сложнее. Заморозку не делает. Хотя, на тебя может и не был. А на тебя может и нет. Fatality.
Скорпион. Не, он блокирует. Да, тут, конечно, не попроще будет. Хотя... Он где-то оверхик делает. Скорпион вообще. А эти блокируют удары-то. Ну вот сейчас сделал. Ну да, блин, попроще стало. Намного. Реально блотят тут меньше. Хотя... как сказать... Блин! Победила, блин. Гадина, а. Johnny Cage wins. Блин. Блин, ногами схватило. Johnny Cage wins. Fatality. Test your might. Fight. Блин. Блин-то. Да, блин. Так, первый раз, первый проигрыш. Первый проигрыш на медиуме, блин. Да не хочу я, блин, на этом проходить. Oh!
Rage win. Fight. Johnny Cage win. Flawless victory. Fatality. Fight. Что? Блин. О, ничего себе, попал в подоступу. Блин. Так. Не. Johnny Cage win. Да, пригорело. Да там эндуранс, блин. Выносливать это. Нет, я могу попробовать за другого бойца, но это потом. Сейчас опять будет гореть. Там, блин, режим выносливости. Два бойца надо сразу завалить. А это сложно очень. Сложность медиум, нормал. Сложность, которая была на аркадных автоматах. То есть та, которая по умолчанию стоит. Оу-оу-оу-оу-оу. Да блин. Эх. Второй проигрыш. Johnny Cage wins. Fight. Блин. Лю Кэнг wins. А, черт. Блин. Ну, уже на нормале начинает подгорать чуть-чуть.
Блин, почти. Опять с Люкеном проблема, блин. Ну, Люкен тут предпоследний из одиночных. Правда, блин, я забыл еще про боссов. Ну ладно, с боссами потом. Так, зеркало. Да блин. Johnny Cage wins. Хотя бы супер удар на них работают. Блин. Ну что-то он вообще меня спокойно завалил. Хотя постоянно 2-1, а не 2-0. Ну, Endurance матч, вот это вот жопа будет. Ну, на медиуме я хотя бы его, хотя бы, может, у меня есть шанс его одолеть. Да жопа какая. Слишком много времени просто тратится, поэтому я решил софт сменить. Хотя бы время как-то нормально идет. Блин. Да блин. Johnny Cage wins. Fatality. Вот, вот это самое сложное. Блин. Ну вы поняли, что самое сложное. Хотя, может быть, там еще будет сложнее. Боссы, например. Соня еще.
Болею. Да конечно, она будет. Блин, в угол загнала. Что толку играть в варихат, если двоих на варихате, но никак не одолею. Я и забыл про этот выносливости матч. Но я думал, он один всего. Один-то, может быть, я бы выиграл. Блин. Вот проблемы сейчас будут. Блин, двоих надо завалить. Представляете, двоих. Оу. Если они будут стреляться или вот так себя вести, то я выиграю. Но если они будут вести себя по-другому, это будет реально сложно. Блин. Блин. Соня wins. Вот сейчас будет Johnny Cage. Часовые сиделки, наверное. Я вот еще и так пострадаю, блин. Соня меня страдать заставит. Я гарантирую. Да блин. Да блин. Вот это она захваты делает, конечно. Гадина. Блин. Вот Зефзира как-то легко получается завалить. А вот Соню... Блин, Соня, ё-моё. Я ни одного матча еще не выиграл. Ой, ни одного раунда еще не выиграл. Не, ну вот... Так нормально.
Блин, ну вот этот вот двойной захват, конечно, она делает. Это, конечно, проблемы. Подножку и захват. Блин. Ну ты серьезно, а? Блин. Ну конечно. Да блин. Нет, такая тактика, мне кажется, не идеальна вообще. Ну, конечно. Блин. Успела схватить. Самое сложное это вот это, блин. Я пока еще не готов к харду, к вери харду на самом-то деле. Так. А, кстати. Ничего себе. Неплохо. Она хорошо этим перебивается. Моими пулями. Вообще-то и он тоже. Ах ты гад. Ах он гад. Блин. Блин, а? Ах ты. Она поняла тактику против меня, блин. Ну все, они стали уклоняться. Ну блин. Блин. Есть. Ух. Так. Второй, блин, Кейно. Ну чё, так с Кейном, блин, проблемы будут, да? Нет, он перебивает. Блин, скорпион. Ну это все конец сразу.
Скорпиона будет тяжело тоже. Блин, Скорпион и Кена, блин, а? Там горы дальше. Скорпион. Конечно. Блин. Ай. Ну конечно. Да блин. Блин. Фух. Johnny Cage wins fatality. Ну нормально, сейчас идем. Сталь. А, блин, не получилось. Эх. О, опять Кена. Ощущение, что музыка исчезла. Или тут ее не было музыки? Блин. Рейден, блин. Надо было в него не стрелять. Блин. Блин, вот гад. Ай, почти. Johnny Cage. Fight. И только на этой арене почему-то. Так, один раунд есть.
Ай! Да ты... Блин. Это проблемы с рейдом начнутся реально. Блин, не успел. Ху, блин. Горо. Ё-моё. Оу. Эх, он гору сложный. Блин. Эх. Горы, Шансунг последний. Не знаю, с Шансунгом как я буду. Блин. Ну и горы, блин. Блин. Да блин. Эх. С горы будет сложно. Блин. Да ё-моё. Блин. Блин. Блин, горы сложные. Джонни Кейдж. Файт.
Нет, так не получится. У него выстрелы быстрее. Быстрее летят и больше урона наносят. Победа только пока. Блин. Блин. Блин, проигрыш. Нужно два раза выиграть, блин, того гора, блин. Горы — это как два вот этих вот обычных противника, реально. Да блин. Он просто будет ловить меня на все эти ошибки, да? Ну это, конечно, да. Это понял я. Лучше вообще это ногу не делать. Блин. И в угол лучше себя не зажимать. Блин. Ну и горилла. Ну блин, на very hard это сложно, реально. Это не very hard, это уже medium, блин. С горы бесполезно вообще разговаривать. По-нормальному. Ну вот так перехватит и все. А можно? Нет, апперкот тут бесполезный. Джонни Кейдж. Блин, ты, конечно, жопа. Fight.
Да блин. Так. Блин. Блин. Эх. Johnny Cage. Ой-ой. Есть. Оу. Блин. Есть. Есть победа. Фух. Ну чё, Samsung? Samsung? Ну конечно. Блин. Конечно, будет в рейд набрачаться, а как? Блин, это спамер Samsung. Samsung этот. Samsung это вам не шинок. Блин. Johnny Cage. Все показывает, кто, кто-то смотрит, а что-то... В гору он превращаться умеет, серьезно? Обалдеть, Samsung умеет превращаться в гору. Блин. Johnny Cage. Samsung. Блин, это как Samsung, но только Samsung. Блин. Да. Еще в горы прячется у меня. Это жопа. Воу-воу-воу-воу-воу. Ты издеваешься. Оу. Блин, заморозил, вот гад. Блин.
Блин. Блин, Samsung со своими, блин, огненными атаками. Просто безумец. Ничего не отнимают. Жесть какая-то. Больше половины здоровья снимает. Блин. Оу. Блин, Samsung этот. Samsung. Блин, а? Так. Да блин. Samsung огонь выпустит, и все, и конец. Его надо еще два раза победить. Блин, Samsung этот. Заматывает просто. О, как. Тактика Samsung'а. Нашлась. Надо, чтобы он в углу был. Блин. Johnny Cage. Ну, любит он в рейдно превращаться, это понятно. Блин, Джонни Кейдж превратился. Сразу Скорпион превращается, обалдеть. Что-то сейчас вообще легко было. Блин.
Да блин. Ну почти. Johnny Cage. Fight. Excellent. Есть. 1-0. Блин, со своими огнями. Это Шансунг, блин. Так. Есть. Победа. Outstanding. Ты победил Шансуна. Ты высочайший Mortal Kombat чемпион. Через битвы и жизнь или смерть, ситуации, что-то там узрели во время турнира, что-то. Джонни Кейдж научился настоящим важным бойцовским способностям. Он вернулся в Голливуд после того, как победил Шансунга, видимо, и новый титул великого чемпиона получил. Кейдж снял типа фильм Mortal Kombat. Непонятно. Даниэль Песина. Ричард Дивизио. Ой. Пройдено. Правда, не на максимальной сложности, но на медиуме. Но все равно хорошо. Хосун Пак. Даниэль Песина. И Даниэль Песина опять. Элизабет Малеки. Кстати, там была другая актриса в Ultimate Mortal Kombat. Не такая, как здесь. Горо. Джон Тобиас. Хосун Пак, как Шансунг. Тоже. Игра пройдена на медиуме. В принципе, медиум меня устраивает как сложность. В принципе, можно играть дальше. Хард, я думаю, не знаю, хард мне и особо. Ну, медиум, если что, это сложность по умолчанию на аркадном автомате. То есть она, как бы сказать, не меняется, эта сложность. То есть, как вот выставляли аркадные автоматы, такая сложность и стояла. Это сложность аркадного автомата. А Very Hard это уже сложность, это уже за пределами аркадного автомата. На аркадном автомате не было такой сложности. Везде ставится по умолчанию нормал. Везде. Ну и вот Game Over нам показывают. Ну короче, пройдено. На медиуме? Я думаю, на медиуме вполне нормально. У меня даже нет в списке, да, рекордсменов. Ну, это тяжело, потому что быть в списке рекордсменов. Ну что ж, ну я думаю, эту запись в 4К заливать не стоит. Думаю, тут и так битрейт, в принципе, нормально. Посмотрим. Я посмотрю сейчас запись. Во сколько она? Johnny Cage. Суперзвезда. Вау, великие мастера вокруг мира что-то. Ну, ладно. Мы уже Johnny Cage прошли. Все. Ладно.
куда не уходить. Сейчас еще одна игра будет. Да, это уже будет не не файтинг. Ну что же, Mortal Kombat, можно сказать, пройдем за Джонни Кейджа. Так что что же, ждите следующего бойца. Сразу скажу, эта часть сложнее, чем Mortal Kombat 4. Эта часть, да, это реально сложная часть. Mortal Kombat 4 давался намного проще. Ну, если так сказать, то сложность вполне нормальная. Сложная, да, она сложная, а вот изначальная сложность, но она, в принципе, на уровне. Мы прошли, в принципе, аркаду, не так уж и долго проходили, на самом деле. Так что вот. Игра вполне проходимая. Вполне. Проблем особых на медиуме она не составляет. Медиум — это изначальная сложность аркадного автомата. Very Hard — это уже для любителей, ну, совсем уж. Так что вот. Ну, в общем, следующего персонажа, наверное, посмотрим. Наверное, завтра поиграем. Будут еще проблемы с Mortal Kombat 2. Mortal Kombat 2 тоже будет на нормале. Я считаю, что Mortal Kombat 1 и 2 выше нормала лучше не ставить. Ну это сразу говорю, сложность аркадного автомата. Вот это вот сложность аркадного автомата, на который я сейчас прошел. Зайдите в настройки аркадного автомата и посмотрите, какая сложность стоит по умолчанию. Стоит медиум, все. Претензий никаких нет. А то тут хард можно ставить, но это... Ну там тоже можно хард ставить, но хард можно ставить только если вы хотите хард. А по умолчанию стоит медиум. Так что все. Все, можно сказать, игра пройдена. Ну, пока за первого персонажа. За Джонни Кейджа игра пройдена. Так, сохрани процесс, прогресс. Ну что ж. Ну, вообще, никуда не уходите. Сейчас будет другая игра, но я немного и... Ну, мне надо... Ну и через 5-10 минут, наверное, я запущу. Всем спасибо, кто смотрел. Если когда будете смотреть записи, те, кто будет смотреть записи, пока, конечно же. И спасибо еще раз. А те, кто здесь, ждите, сейчас будет продолжение магов из Мистрали. Те, кто говорил, что эта игра сложная, ну, она сложная на Very Hard. На медиуме она, ну, не особо сложная. Нормальная сложность. По мне, King of Fighters сложнее. И Fatal Fury. Так что, и Double Dragon, блин, 95-го года, вот. Там такая жесть. Ну... Есть люди, которые считают, что Mortal Kombat вот очень сложная игра и просто невыносимая сложная. Ну, этих людей я не понимаю просто. Ну ладно, все. На этом закончили.